Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина, как всегда. Сегодня я пожарю капусту в кляре. И картофельная, у меня там картошка осталась, пирожочки такие. Значит, у меня здесь цветная капуста, она была у меня заморожена, я ее оттаяла. Вот прямо отжала еще, посолила, перемешала. Здесь у меня мука, яйца и панировочные сухари. И масло в сковородочке разогревается. Я беру, я ее посолила, перемешала. И будем мы ее в тройной панировке, а потом обжаривать. Немножко у меня. Я покупала, осталась капуста. Решила я вот такое сделать. Такое. Почти на сильный огонь такой. Температура у меня такая приличная, хорошая. Значит, мы сначала ее муку. Так, еще одну. Еще одна тут у меня. Еще одну. Так вот у меня. Несколько тут немножко ее. Я выбрала покрупнее такую ее. Поменьше я ее с колбасой жарила. Так. У нас идет яйца идут. Мы, наверное, сразу же будем уже. У меня сковорода разогрелась. Масло в сковороде. Оп. Так. Сейчас руки будут грязные у нас. Возьмем-ка будем. Так. Так, теперь сюда добавлю я еще маленько на самую сильную температуру я поставила. Ну и все. Поехали. Правда, у меня сухари темноватые. Запузырилась. Пузырики пошли. На полторы сковородки хватит конечно. На обед. Надюкать. Два. Я еще присолила маленькое яйцо. Немножко. А то она будет не соленая. Не такая вкусная будет. Опа. Ой. Хорошо-то у нас будет. Там еще я сегодня сварила суп. Это на бульоне. У меня бульон был мясной. И я туда морковочки, лучко у меня варилось. Лавровый листик. Пюре было у меня картофельное. Я туда яйцо добавила, посолила, муки, скатала колбаски, порезала их. Колбаску эту. Галушечки получились. И в кипятке у меня сварилась капуста в этой мясном бульоне. Вот. И сварила вот такой суп. Зелени еще туда добавила. Красота! Вот даже ручками можно еще поработать. И вилочкой. Вот кому кто хочет, пожалуйста, варите, если бульона нет на обыкновенной воде. Туда только масло добавьте и все сливочного. А я ела
со сметаной. Так вкусно, в охоточку. Зеленушка еще. Прямо красота. Так, бабушка я. Так что вот так, если хотите, сварите супчик. А, я на 3 порции сварила. На 3, на 4 порции сварите, да и все. Вот это полякаем. Еще одна войдет. Это ж надо варить, положение выходить как-то. А потом сварю супец. Чесночком, картофельный суп, тоже классненький. Много не надо, конечно, я по много не варю. Зато всем хватило. И нам, и крысам. Ну, сейчас всю последнюю я муки обваляю. Кому там жарится. Обжариваемся. Вот капусту я дожарила. Это сейчас выложу. Ай. Так, да я. Мокрая. А там я картошечку сейчас. Толчонка последняя у меня там осталась. Вот эту выложу. Опа. Так. Так, у меня тут картоха. Картофельные котлеточки сделаем. Муки пока там мне яйца. Так, мука. Яйцо также в тройной панировке. И в сухариках. Так. И сюда. Будем жарить. Кушать подано вот котлетки. Вот. Так, капуста. А это мне перчик с порогом пошел. Сырой прямо нарезан. Нет, верну ничего. Ну что, дети, у меня внизу она капуста маленькая. Это у меня еще сухари такие темненькие. Я маленькая ее это. Мяконька, не русоленая. Ну и картофельная котлетка. Обалдеть и не встать. Обыкновенная котлетка. Картошка, яйцо, соль. Можно перчик добавить. Мука. Вкусно. Кто сейчас кушает? Всем приятного аппетита, дорогие мои. Спасибо за все, за то, что смотрите. Готовьте. Всем приятного аппетита еще раз. Повторюсь. Пока-пока. До новых встреч.